Посмотри на эту сложную мышечную систему на лице. Посмотри на все эти мышцы вокруг глаз. Вот здесь, на лбу, на щеках, вокруг рта, вот здесь, на подбородке и шее. Все эти мышцы, очень они не работают, на самом деле атрофируются, отмирают и увядают, отойди, потеряют форму. Так что вместо того, чтобы выглядеть подтянутым и моложавым, твое лицо становится дряблым и обвисшим. Мы хотим придать лицу упругости, придать ему спортивный вид. Подойди сюда, я покажу тебе пару хороших движений прямо сейчас. Первое, что я хочу, чтобы ты сделал, это открыл рот как можно шире. Давай пошире. Прикуси губу. Потом двигай губами из стороны в сторону. Понаблюдай за мной, посмотри на это. Подойди поближе, а теперь подержи это в другой стороне. Давай сюда. В другой стороне помедленнее. Вот и все, давай сюда. О, ты видишь, как это работает? Я слышал кое-что для многих из вас, старшеклассников, у которых появляется много морщин вокруг рта. Может быть, у тебя выпали зубы, и ты пользовался теми, что были куплены в магазине, и все эти мышцы обвисли. Возьми свои указательные пальцы вот так и приложи их к уголку рта. А теперь слегка надави на них. Не растягивай мышцы лица или кожу. Мне это нравится. Тогда надави вот на это. Видишь ли, другими словами, когда рот начинает закрываться, ты направляешь небольшое нежное удовольствие вовне, чтобы заставить эти мышцы работать сильнее. Понаблюдай и увидишь, насколько быстро это сделает тебя моложе. Это укрепит все, что здесь есть. Ты готов начать? Да. А теперь ты будешь укреплять щеки, надувая и сдувая их. Вот так. Возьми свои пальцы вот так, указательными, и приложи их к уголкам глаз. Не растягивай кожу. А теперь просто закрой глаза и слегка надави вот здесь пальцами. Это поможет задействовать все мышцы вот здесь. Ты готов? Начинай. А теперь подними руки вот сюда, под брови, и опусти их вниз. Все готово, вперед. А теперь мы сделаем кое-что для наших глаз. А теперь я хочу, чтобы ты отвел взгляд как можно дальше. Посмотри куда-нибудь вдаль, вон в то окно. Давай же, посмотри куда-нибудь в небо. А теперь посмотри на кончик своего пальца, вот здесь, совсем близко. А теперь отвернись. Посмотри поближе. О, отвернись. Посмотри поближе. Отвернись. Посмотри поближе. Отвернись. Из стороны в сторону. Сделай это. Вытяни пальцы вот сюда. Посмотри сначала на правый палец, потом на левый. Давай. Это чудесно. Вот как можно укрепить зрение. А теперь я хочу, чтобы ты открыл рот и закрыл глаза. Открой рот и открой глаза одновременно. Ты готов? Давай еще раз. А теперь закрой их покрепче. А теперь мы немного подтянем лицо, состроив друг другу рожи. Нет, я просто пытаюсь показать тебе, как придать лицу упругость. У нас все хорошо получается, и мы делаем это корча рожи. Невозможно изобразить гримасу, не напрягая лицевые мышцы. И если ты используешь эти мышцы на своем лице, то они становятся лучше. Если ты их не используешь, то они становятся хуже. Это старый закон природы, используй и проиграешь. А теперь просто открой рот как можно шире, а заодно и глаза. Поехали. А теперь закрой рот и крепко зажмурься. А теперь просто сделай такое лицо, какое только сможешь. Напрягись. Вот и все. О, хорошо, хорошо. Вот и все. Все в порядке. Повернись. Из стороны в сторону. Закрой глаза и плотно закрой рот. Открой рот пошире. Это прекрасно. Сейчас мы кое-что сделаем. Наклонись, и я покажу тебе, как привлечь сюда всю кровь, которая поможет твоим волосам, коже, ушам и глазам, и направить всю кровь сюда. В этом и заключается секрет жизни. Это кровообращение. Вот как мы собираемся заставить кровь подниматься вверх по верхним конечностям. Согни колени. А теперь опусти голову ниже уровня сердца, и вся кровь прильнет к твоей голове. А теперь нежно погладь себя по лицу. Просто возьми свои пальцы, слегка надрежь их, и просто погладь себя по лицу. Иди. Вот и все. Отлично. Сделай вдох. Сейчас я покажу тебе кое-что для твоих плеч и твоей осанки, кое-что, что поможет избавиться от нервного напряжения здесь, сзади. Держи голову высоко, разведи руки в стороны, разведи их в стороны, разожми пальцы и начертай. Начинай. Раз, два. Крути руками в одну и в другую стороны. Как избавиться от дряблой линии подбородка и декольте? Вы знаете, многие из вас, студентов, могут набрать немного жира на бедрах и талии, вы можете носить по-настоящему тугой пояс или корсет. Ты можешь немного избавиться от этого жира, знаешь, ты можешь немного подшутить над людьми. Но ты же не можешь носить пояс или корсет на шее, не так ли? Попробуй вот это.
Сначала я хочу, чтобы ты, как несколько начинающих, опустил голову на пол, а затем положил подбородок на грудь. Теперь сделай усилие, чтобы подбородок проходил прямо через грудь вот здесь. Все готово, начинай. Раз, два, три, четыре, вверх и вниз. Раз, два, три, четыре. А теперь подними голову и повернись на первый шаг вправо, затем влево. Прижми подбородок к груди. Раз, два, три, четыре, отдохни. О, ты чувствуешь это прямо здесь? Если ты будешь практиковаться несколько раз в течение дня, всего несколько мгновений, когда встаешь утром, перед тем, как лечь спать вечером, может быть, один раз в течение дня. Ты будешь подбородок и декольте быстро станут намного лучше. А теперь вот еще один урок для вас, продвинутых студентов. Вы новички, я бы даже не подумал об этом. Вы, продвинутые студенты, возьмите себя за руку, положите пальцы на переднюю часть туловища, слегка надавите на переднюю часть. Вот так. Затем прижмите подбородок к груди и делайте это одновременно. Смотри, смотри на это. Действуй вот так. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, и три, и четыре, и один, и два, и три. Этого достаточно, этого достаточно. О, это замечательное средство для расслабления, которое помогает избавиться от нервного напряжения. Ты знаешь, в середине дня, когда на тебя давит это застарелое напряжение, кровообращение здесь не улучшается, все мышцы напряжены. Попробуй выполнить эти упражнения для шеи и просто расслабься. После этого приляг и полностью расслабься. Поверни голову сначала направо, потом налево. Начинай. Раз, два, три, четыре. Поворачивайся и крутись, и крутись, и крутись, и крутись, и крутись, и крутись, и отдыхай. Разве это не приятно? Когда проблемы, заботы и напряжение стариков наваливаются на тебя ближе к вечеру, знаешь, тебе кажется, что ты вот-вот спустишь все свои запасы, не так ли? Некоторые из этих упражнений для шеи помогают наладить циркуляцию крови и снимают напряжение вот так. А теперь вот что я хочу, чтобы ты сделал. Подними голову вот так. Продолжай в том же духе. Открой рот. Поверни голову из стороны в сторону. Держи ее высоко поднятой. Теперь ты готов начать. Вот что я хочу, чтобы ты сделал сейчас. Смотри на это внимательно. Прижми подбородок вот сюда к груди. Открой рот. Поверни голову из стороны в сторону. Прижми руки к груди. Начинай. Это чудесно. А теперь поверни голову. О, это чудесно. Спасибо тебе за то, что помогаешь укрепить заднюю часть шеи, что чрезвычайно улучшает твою осанку. Ну что же, я перекинусь через спинку твоего стула вот так. Опусти подбородок, а затем подними голову. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вниз, вверх, вниз, вверх. Раз, два. Держи голову выше. Повернись на раз, два, три, четыре. Покрутись, покрутись и отдохни. Вдох. Вот кое-что для задней части шеи, что чрезвычайно улучшает осанку. Опусти подбородок и подними голову. Я готов начать. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Четыре. Раз, два и... Отдохни. Можно это еще сделать вот так, в позе вратаря. Можно поднимать и опускать шею, сидя на стуле. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Для тех девочек, которые хотят избежать обвисания декольте, если у вас действительно есть обвисший вырез и вы хотите от него избавиться, сделайте это сейчас. Просто откиньте голову назад и сделайте вот так. Откиньте голову назад, положите руку и почувствуйте, как это делается. Делайте это много раз в течение дня. Я обещаю вам, что через короткое время вы увидите, как ваша шея начнет выглядеть более молодой. Ваш двойной подбородок начнет подтягиваться, и вы будете выглядеть намного лучше. Поверь мне. А теперь откинься назад, открой глаза и сделай это еще раз. Теперь вот еще один штрих для линии подбородка и декольте. Возьми тыльную сторону ладони и приложи ее к подбородку. А теперь, не двигая головой, просто опусти нижнюю челюсть так, как ты опускаешь ее вниз. Видишь, что я делаю? Подними, опусти челюсть. Начинай. А теперь отдохни. А теперь подними лицо вверх и постучи зубами. Вот так. Это тоже поможет укрепить твою шею и декольте.
Сейчас мы собираемся сделать что-нибудь для шеи и линии подбородка, потому что многие студенты пишут: «Джек, я бы хотел получить что-нибудь, что укрепит линию шеи». Возьми свои пальцы вот так, положи их перед собой, откинь голову назад и прижми подбородок к груди. Не забывай, что сейчас ты слегка надавливаешь руками. Не слишком напрягайся и не двигайся всем телом. Просто откинь голову назад и положи подбородок на грудь. Все готово, начинай. Вперед, назад. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отдохни. Позволь мне дать тебе небольшой совет. Мы уже пытались это сделать. Сделай вот так. Хорошо, оставь это себе. А теперь держи это в напряжении. А теперь выполняй упражнение. Я готов начать. Раз, два, два. Видишь разницу? Держи это в напряжении. Раз, два, три, четыре. Раз, два. И отдохни. Раз, два. Все в порядке. Какая же это разница? Попробуй сделать это, когда будешь вставать утром перед тем, как лечь спать вечером, а может быть и днем, и ты заметишь, что через некоторое время это начнет выглядеть моложе прямо здесь. Будет намного лучше, тверже. Это также полезно для улучшения кровообращения и избавления от небольшого нервного напряжения. Возьми длинный эластичный шнур, сверни пополам и укрепи его сзади себя. Натяни его и зафиксируй зубами, вот так. Теперь поднимай и опускай голову со шнуром в зубах, вот так. Это для подбородка и декольте. Возьми книгу в рот. Очень хорошо, но это первый раз, когда ты слышишь, как я молчу за долгое-долгое время. Ты можешь то же самое сделать лежа, вот так. И спасибо тебе за то, что занимаешься вместе со мной.